Дорогие друзья, мы здесь, чтобы вам рассказать об этом, что Иисус сделал для вас. Бог стал человеком, чтобы спасти людей. И если ты примешь Его как своего личного Господа и Спасителя, Он тебя спасет. Если ты придешь к Нему, если ты честно попросишь Его, чтобы Он тебя спас, Он это делает, потому что Он любит тебя. Но ты решаешь. Ты решаешь, что поделаешь с этим подарком. Потому что спасение по благодати, спасение даром. Ты не в состоянии никак заработать на спасение. Ты можешь это только принять. Или сказать спасибо. Я не хочу. Ты решаешь. Но если ты не примешь спасение в Иисусе Христе, то когда умрешь, пойдешь просто в ад. Потому что небеса существуют, ад существует. Ад — это место, где просто нет Бога. Но если ты придешь к Нему, если ты попросишь Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем, ты будешь с Ним в вечности. Но ты решаешь сейчас, пока ты живешь на этой земле, сейчас решаешь. Или ты примешь Его жертву, или ты примешь это, что Он сделал для тебя на кресте. Или ты откажешься, но консеквенции они будут. Поэтому подумай очень хорошо, подумай серьезно об этом всем, что слышишь сейчас. Потому что это слова жизни. Иисус, Он возвращается на эту землю. Он возвращается скоро, как судья. Он возвращается, чтобы судить. Пока есть время благодати, сейчас можешь смириться и принять Его как своего Господа и Спасителя. Поэтому пользуйся этим временем. Пользуйся этим временем. Это очень важно, что ты сейчас слышишь. Это не случайно, что ты здесь. Это не случайно, что ты здесь и что ты слышишь эти слова. Потому что Бог обращается к тебе и предлагает тебе настоящую жизнь. Настоящую жизнь. Жизнь. Это не то, что видят твои физические глаза. Жизнь — это спасение в Иисусе Христе. И это для тебя даром. Ты просто должен решить, что ты это хочешь, и попросить Его, чтобы Он пришел в твою жизнь. Если ты Его искренне попросишь, Он придет и спасет тебя.